Здравствуйте, хочу представить обзор. Это у меня пришел Honor Play 3. Заказывался аппарат на Алиэкспресс, вот такой магазин. Гонконг пил вас сторы. 31 день шло, не знаю, на праздники, наверное, пришлось, поэтому так долго все. 8100 рублей, $130, 451 грамм. Продавец обозначил Puzzle Toys, $9.50, 0,45 грамм. Почта Сингапура, все это дело добиралось. Упаковано прилично было, вот в такой матрас. И что у нас здесь интересного? Анонс аппарата 2019 год, сентябрь. Материал у нас пластик, стекло. Цвета черный, синий, красный. Сети известные 1, 3, 5, 7, 8 банды поддерживаются. Сим-карты 2 наносимки, плюс отдельный слот под microSD-карту. Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц не поддерживается. Экран SIPS 6,39 дюйма, 1560 на 720 HD+, 19,5 к 9. Android 9.0 на борту, EMI 9.1.1. Железо здесь HiSilicon Kirin 710F, 2,2 ГГц, 4 ядра на Cortex-A73 и 4 ядра Cortex-A53. Mali-G51MP4 видеоускоритель, оперативки 4 ГБ, встроенной 64-128. Аккумулятор 4000 мА, 5 вольт, 2 ампера. Размеры 159, 81 на 76, 13 на 8, 13 мм. Масса 176 грамм. Основная камера 48 мегапикселей f1.8 плюс 8 мегапикселей f2.4. Это у нас широкоугольная, 2 мегапикселя f2.4. Это дополнительная камера. Фронтальная камера 8 мегапикселей f2.0. Bluetooth 5.0. Присутствует FM-радио, 3,5 мм джек, microUSB, GPS, GLONASS, Beidou. Датчики основные. Акселерометр, компас, приближение, освещенности. NFC, гироскопа, сканер отпечатков. Нету. Ну и пришло вот в такой коробке все. Замечательные иероглифы. Белая коробка, вот по бокам такой синий градиент. ASK-AL00X. Вот такая еще маркировка этого аппарата есть. Основные характеристики. 4 ГБ оперативки, 64 встроенные. Здесь были вот эти стикеры защитные. Что внутри? Внутри у нас был защитный чехол прозрачный. Наклейки на самом аппарате. В комплекте также идет скрепка. В комплекте идет вот такой чехол прозрачный. Внутри насечка, кнопки закрыты, ну и все отверстия на месте. Посмотрим, как аппарат в чехле выглядит. Так выглядит в чехле. Также различные бумаженцы. У нас где что находится на китайском языке. Показан слот для сим-карт, не универсальный, полноценный слот. Клавиатура, все на китайском. Зарядник 5 вольт, 2 ампера. Переходник любезно предоставил продавец. Микро-USB шнурок. Все это дело убираем. Вот так сам аппарат выглядит. Спереди у нас 6,39 дюйма HD+, дисплей. Имеется эффект 2,5 D. Небольшие, в принципе, рамки. Снизу, сверху, по бокам. Снизу видим такая борода. Слева у нас располагается фронтальная камера. Сверху разговорный динамик, также датчики приближения освещенности. Сверху дополнительный микрофон. Справа кнопка включения-выключения. Сверху у нас регулировка громкости. Ничего у нас не дребезжит, не хрустит. По сборке все окей. Слева лоток для сим-карт. Так выглядит лоток. Лоток пластиковый, две наносимки плюс microSD-карта. Материал рамки пластик. Снизу мультимедиа динамик, разъем microUSB, микрофон основной, 3,5 мм джек. Вот как выглядит у нас крышка сама. Блок с камерами выпирает над поверхностью, но чехол все это дело спасает, скрывает. Отличный вот такой градиент. Low Blue Light. Вот такой градиент, синий в голубой переходит, фиолетово-синий какой-то, очень красиво смотрится. Надпись Honor снизу. Однодиодная вспышка. Трипл камера, три камеры, основная, широкоугольная и дополнительная камера. Имеется небольшой эффект 2,5 D, материал стекло, все очень, в принципе, презентабельно выглядит. Аппарат красивый, тоненький, у нас как Face ID срабатывает, в принципе, очень шустро все, никаких проблем нету. Ну, так выглядел аппарат из коробки, видим здесь китайщина. Все это дело я удалял из памяти, вот 1138 занято из 64 гигабайт, вот оно вся китайщина. Ну, на ФОПДА есть инструкции, что не можете удалить, как все это дело удалить, избавиться от китайщины. В общем, здесь немножко нужно приложить ручки. Русский язык я вот установил из коробки. Вот само обновление, которое прилетело из коробки, вот оно установилось. Вот версия такая после обновления. Информация о телефоне, вот. Huawei Kirin 710F, процессор 4 ГБ оперативки, разрешение 1560 на 720. И больше обновлений не было. После удаления китайщины, вот так у меня сейчас аппарат выглядит. Что-то еще можно было, конечно, поковырять, но вот я что мог удалил. Сейчас у меня стоят сторонние программы, вот то, что от Huawei осталось. Ну и то можно тоже, по-моему, от этого избавиться. Сверху шторка с быстрыми настройками. Посмотрим, вот как фонарик светит, в принципе, так нормально, ярко. Скриншот, Huawei шары. Не беспокоить режим.
Беспроводная проекция, Miracast, режим ультра, запись с экрана, защита зрения. Такой цвет становится интересный, какой-то холодный. По навигации можно кнопки поставить от Huawei, но они у нас не скрываются. Сейчас у меня стоят жесты. Давайте зайдем сюда. Сообщение. Так вот назад. Так вызывается у нас местный диспетчер задач. И так можно все приложения закрыть. Все работает шустренько. Никаких проблем, сбоев здесь не видел. Face ID тоже в порядке, все срабатывает. Перейдем в настройки. Беспроводные сети. Настройка сим-карт. Все как обычно. EMUI. Мобильная сеть. Подключение устройства. Вот беспроводная проекция. Рабочий экран. Обои. Настройки рабочего экрана. Можно вот здесь настроить вид какой. 4:6, 5:5. Автоматическое выравнивание. Блокировка вида. Также стиль рабочего экрана можно сделать, чтобы у нас приложения были. Либо обычный, когда у нас сами приложения при установке на рабочий стол выходят. По экрану есть адаптивная регулировка. Цветовая температура. Можно выбрать тепло, холодно. Защита зрения. Можно включить расписание. Стиль текста. Вот здесь уже мы заходим в китайский магазин, можно так сказать. И там выбираем тему. Другие настройки экрана. Полноэкранное отображение. Темная область вверху экрана, можно ее скрыть. Отображать скорость сети. Ну, обычные плюшки, как в Xiaomi, так и в Huawei Honor. Ну, давайте посмотрим саму яркость. Экран действительно красочный. Тут у нас максимальная яркость. Никаких инверсиях здесь речи быть не может. Все окей. Выглядит вот белый цвет. Немножко холодный тон, конечно, присутствует. Мне больше нравятся такие экраны, чем теплые тона. И вот это у нас минимальная яркость. Здесь тоже все на высоте, как всегда. У Honor, у Xiaomi в этом плане окей все. Послушаем звук. Другие настройки звука. Виброотклик. Мелодия вызова. В общем, можно мелодию установить на сим-карту 1, на сим-карту 2. Динамик раздражения не вызывает. Звук громкий. Пункт уведомления. Другие настройки уведомлений. Умные уведомления. Активация экрана при уведомлении. Можно так поставить. В общем, здесь очень много различных фишек, настроек. Приложения. Запуск приложений. Здесь тоже диспетчер ограничивает работу приложений. Могут быть проблемы с уведомлением. Но еще расскажу все это дело. Если уведомления не приходят, можно настраивать. Батарея, есть пункт оптимизации, есть производительный режим, режим энергосбережения, ультра. Батарея здесь 4000 мА, аппарат долгоиграющий, поэтому здесь много различных фишек, различных режимов энергосбережения. Также процент заряда можно около значка, в значке поставить, очень удобно. Иногда в самом значке, кто уже с возрастом, уже не видно вот это все это тело. Здесь там в значке спрятан процент заряда. Пункт память, можно вот очистить, различный кэш, цифровой баланс, безопасность пункт. Пункт SOS можно включить. Распознавание лица. Настройка другого образа. Можно еще добавить лицо. Подсветка лица с помощью экрана. Доступ к заблокированным приложениям. Разблокировка устройства. Мгновенная разблокировка можно провести, что кого-то не хочется, может, чтобы сразу разблокировался, проводить пальцем. Либо вообще выключить. Пароль экрана блокировки. Но вот жаль, здесь нету графического ключа в Huawei. Управление. Специальные возможности. Коррекция цвета. Screen Reader. Системная навигация здесь спрятана, также вот жесты, можно три навигационные кнопки поставить, кнопка навигации, система на телефоне, такой номер сборки, оперативки 4, всего 64 гигабайта, простой режим можно тут же включить, включен у меня режим для разработчиков, OTG поддерживается, можем подключать мышки, флешки, клавиатуры, но жаль нету индикаторов пропущенных вызовов. Ну так выглядит звонилка. Русский набор имеется. Ну тут у нас есть китайщина, ее, наверное, тоже надо как-то побеждать, чтобы эти иероглифы не появлялись. Датчик приближения, в принципе, нормально срабатывает. И появляется у нас запуск записи также, когда абонент у нас отвечает. Сам разговорный динамик громкий, никаких проблем здесь я не увидел. Что разговорный динамик, что мультимедиа, в принципе, в порядке. И вот у нас из коробки есть Google сервисы, но не работала синхронизация контактов из Google. Есть FOPDA сайт, который всегда выручает.
Тема у нас Honor Note 10. Обсуждение. Пункт полезное. В общем, такая инструкция. Заходим в настройки аккаунта Google. Отключаем синхронизацию контактов, которая есть у нас в телефоне. Обязательно ее отключаем. Устанавливаем вот этот файл Google Contacts Sync Adapter APK. Перезагружаем устройство. Ждем, когда подтянутся все контакты. Ну, в общем, открываем контакты, проверяем, и все на месте. То есть у нас две синхронизации получается. Одна, которую мы отключили, которая корявая. И вторая, которую мы стороннюю поставили, она будет работать. Все нормально. Они потом подтягиваются из Гугла. Поговорим о камерах. 48 мегапикселей, 3 камеры. F1.8. Фронтальная на 8 мегапикселей. F2.0 девайс InfoShare определяет. 8 мегапикселей F2.4. Это широкоугольная камера. И вспомогательная F1.8 на 2 мегапикселя. Перейдем в стоковую камеру. Сделайте фото, чтобы начать шопинг. В общем, вот такая штучка здесь имеется. Есть AI режим. Тоже интересная фишка, но различные фильтры тоже имеются от Huawei. Давайте перейдем в настройки. Разрешение 12 мегапикселей рекомендуется. Ну вот есть 4 к 3, 48 мегапикселей. Добавление водяного знака. Таймер 2-5-10 секунд. Улыбка. Автоматическая съемка фото при определении улыбки. Мгновенная съемка. Есть режим вот диафрагма. Давайте сделаем сейчас фото с размытием. Усики подъело. Проверим сейчас в Google камере. 5.1.0.18 версия Google камеры. Ошибка при создании. Ну ладно, идет обработка размытия. Здесь очень шустренько все делается. Вот здесь усики более-менее целы. И сзади вот происходит размытие. Режим ночь. Режим также портрет. Определяет лица. Фото, видео. Давайте видео посмотрим, какие у нас полный экран 1080p 30fps, 16:9 имеется также, 1080p 60fps, 16:9 30 и 720p кодирование, мгновенная съемка, есть также вот еще, профи режим, замедление, панорама, свет, HDR, живое фото, водяной знак. Перейдем в фото, если включить интеллектуальный режим, у нас появляется ширик, широкоугольная камера, возможность снять. Это у нас так снимает ширик. 8 мегапикселей. И сделаем со вспышкой. Конечно же, неплохо снимает. Вот как видим, макросъемка тоже здесь на высоте. Так, и также видео. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео. 1920 на 1080 пишет MP4. SD3 тестовое видео. Микрофон пишет отлично, и мультимедиа динамик тоже все отлично воспроизводит. Переключаемся на фронталку, и у нас автоматом идет портрет. Все это дело у нас сглаживается, отлично все выглядит. Давайте всю правду матку, вот на фото перейдем. И какие у нас здесь режимы, также вспышка, AI режим, фильтры. Разрешение 8 мегапикселей, полный экран 5 мегапикселей. Зеркальное отражение, улыбка, жест, мгновенная съемка. Давайте сделаем фото. Ну, что сказать, вот 8 мегапикселей, в принципе, отрабатывает. Аппарат у нас бюджетный. Также по видео давайте посмотрим, какие настройки. 1080p, полный экран 30fps, 16:9, тоже 30fps. Раз-два-три, тестовое видео. Раз-два-три, тестовое видео. Также микрофон отлично пишет, мне понравился. И как воспроизводит тоже. Все-таки Honor — это качество. Стоковая камера Honor Play 3, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка передней камеры, проверка видеозаписи, проверка также стабилизации видео. Honor Play 3, 1080p, качество 30fps, проверка видеозаписи, стоковая камера. Проверка также стабилизации видео.
Google камера, проверка видеозаписи, проверка передней камеры. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка также стабилизации видео. Google камера Honor Play 3. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Проверка также стабилизации видео. Камера Honor Play 3, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка видеозаписи, проверка передней камеры, проверка также стабилизации видео, Open камера Honor Play 3, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка видеозаписи, проверка также стабилизации видео. Пройдемся по скрину по тестам. 158 945 попугаев. Смотрим, сколько ГПУ тест набрал. 10 точек мультитач. Тач здесь отзывчивый. Вот информация по устройству Antutu. High Silicon Kirin 710. Mali G51. Разрешение 1560 на 720. И по камерам информация 48, 8 и 2 мегапикселя. Информация еще по процессору. Mali G51. 320 DPI. 639 дюйма. Информация по камерам. F1.8 основная. По андроиду, по батарее. Информация по подключениям, по сети, по датчикам. Информация по AIDI, 4 гигабайта оперативки LPDDR4, 12-нанометровый процессор, 4 на 1,7 ГГц и 4 на 2 ГГц процессоры. По дисплею информация. Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается, это печаль. И мне показалось здесь с Wi-Fi проблемы. Ну, не знаю, может быть это было какое-то навязчивое мнение, но мне показалось, как-то слабовато он качает. По батарее информация 4000 мАч, по андроиду, еще по андроиду. По устройствам задняя, передняя камера, вот еще передняя камера. Mali G51, видеоускоритель, температура, по датчикам информация, основные датчики имеются, девайс NFHV, общая информация по центральному процессору, 4 на 2 и 4 на 1.7, по системе, еще по системе, по памяти, по камерам, по батарее, 4000 мАч, информация по датчикам сенсор бокс, какие у нас отсутствуют гироскоп, датчик давления, температуры, есть магнитный датчик, звуковой, датчик приближения 5 см, датчик освещенности, 3D-марк результаты теста, доктор веб-лайт, но здесь, конечно, вирусов не может быть, GPS-тест, 18.41, тут же 43 увидел, 27 поймал, GPS здесь вообще шустрый, все это дело было на подоконнике, ГЛОНАСС, Beidou, все поддерживается. Тест батареи 3837, заявлено 4000 мАч, но может быть здесь погрешность какая-то. Проигрывание видео по Wi-Fi, 50% яркости, 720p, вот это было когда 1%, вот такие результаты. И 17 часов 11 минут, отличный результат. Ну, здесь, конечно, разрешение не Full HD, достойно держит батарею. Смотрим Real Racing. Разрешение HD+. Посмотрим нагрев. 32,7 спереди, 35 сзади. Модуль Covid 5. Okay,
Динамик здесь просто зверь, не перекрывается, громкий. Две минуты игры, 36 в правом углу. В общем, пока радует, около 36 сзади. World of Tanks, настройки высокие, 50 FPS, разрешение HD, HD+, и Mali G51, видеоускоритель. FPS. FPS. 3 минуты игры, 39 спереди, сзади тоже 40, выше камеры справа. Запускаем через GFX Tool PUBG. Настройки на максимуме. Минут игры, даже 16. Проверяем нагрев. 39 спереди. В общем, не выше 40. Давайте в конце плюсы и минусы. В целом мне аппарат понравился, что не скажешь. Действительно, Honor — это все-таки марка по сравнению с третьим эшелоном и так далее. Давайте с минусов начнем. Нет здесь сканера, нет графического кода, и присутствует китайщина, но при наличии прямых ручек все можно удалить. И меня умиляют эти отзывы: ой, там китайский это, ой, тому. Вы знаете, что покупаете на Алиэкспресс, вы знаете, что аппарат китайский, и там пишут в отзывах, что есть китайский. И зачем оставлять вот негатив? Покупайте тогда в различных салонах, переплачивайте и так далее. Микро-USB разъем для кого-то, может быть, это действительно будет минус, но вот, считается, что все-таки Type-C это более современнее. Фронтальная камера как бы нормально, 8 мегапикселей, но все-таки сэкономили. Нет гироскопа, NFC, Wi-Fi 5 ГГц, индикатора. Нужен допил маленький для синхронизации контактов с Гугла и так далее, ну, чтобы удалить китайщину. Давайте к плюсам перейдем. Дизайн. Отлично смотрится. Все это модно. Вот это отверстие передней фронтальной камеры слева. Круто все смотрится. Задняя крышка. Аппарат тоненький, отлично лежит в руке. Сам экран тоже, цветопередача. Все отлично смотрится. Батарея 4000 мАч. Заряд отлично держит. Шустрый Kirin 710. GPS. Слот наносим плюс microSD. Полноценный. Динамики тоже понравились. Разговорные. Мультимедиа динамик отличный. Face ID тоже супер срабатывает. Низкий нагрев в играх. Около 40 градусов держит. Несмотря на то, что здесь получается вот стекло. И вот такая вот ванна получается, но теплоотвор здесь работает хорошо, может, и благодаря энергоэффективному процессору 12 нанометров Kirin 710. Вот такой обзор, это у нас был Honor Play 3, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного, всем спасибо, пока.